В Архангельском областном суде огласили приговор семье убийц. Жители Котласа Светлана Кобелева и ее сын Арсений Пинегин во время пьяной ссоры зверски убили своих собутыльников, мужчину и женщину. Обстоятельства дела повергли в шок даже следователей. Судом установлено, что подсудимые в ночь с 11 на 12 января 2014 года, находясь в компании своих знакомых в городе Котласе, жестоко убили одного из гостей. При этом Кобелева нанесла потерпевшему не менее 56 ударов ножницами и разбитой бутылкой, а ее сын не менее 16 ударов. После этого они не менее жестоко расправились и со свидетельницей преступления, которая находилась в этой же квартире. Женщине нанесли не менее 100 ударов ножницами в область груди. Матери и сыну было предъявлено обвинение в совершении убийства группой лиц по предварительному сговору с особой жестокостью. Им назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы. Светлана Кобелева проведет их в колонии общего режима, Арсений Пинегин – строгого. Кроме того, убийцы должны выплатить представителям потерпевших по 500 тысяч рублей.